Сейчас я считаю, что очень довольно-таки здорово то, что ну, наконец-то дошли до этой проблемы, это то, что сегодня идет разговор, и не только разговор, а сегодня полностью ведутся работы для того, чтобы цена на газ снизилась. И я вижу, что эти работы сегодня идут в полном таком масштабе, и в ближайшее же время на 20% будет цена на газ сокращена.